Привет, друзья! Сегодня я хотел бы вместе с вами отправиться на еще один пляж и парк под названием Сарысу. Добираться я буду туда на автобусе. Автобусы, которые туда ходят, я вам сейчас перечислю. Это ВС-18 и КЛ-08. Список может быть и скромный, но ходят они туда часто. Так как мы туда будем добираться без пересадок, нам нужно будет выйти на конечной остановке. Ну что, увидимся на конечной? Мы вышли немного ранее, чтобы показать вам вот такие виды. Ну вот мы и на месте. В пути мы были минут 40, но я думаю, оно того стоило. И автобусная остановка, на которой мы прибыли, на конечную, выглядит вот так. Ну а мы не останавливаемся и идем дальше. Мы проходим мимо канатной дороги, которая ведет на гору Тюнектепе. Но сегодня мы пришли сюда не за этим, и поэтому идем дальше. Друзья, парк Сарысу.
Итак, друзья, что мы здесь видим? Справа от меня находится парковка. За моей спиной дальше там находится пляж. А по левую руку парковая зона. С вами мы начнем нашу прогулку по парковке, пройдем к пляжу и потом детально с вами рассмотрим эту парковую зону с РСО. Пойдемте, друзья. Если вы приедете в парк СРСУ на автомобиле, то вы увидите большую и ухоженную парковку, где вы сможете оставить своего железного коня в тени деревьев. Пляж СРСУ расположен на западе Анталии. СРСУ в переводе означает «желтая вода». Такое наименование пляж получил в честь небольшой реки СРСУ, которая неподалеку впадает в море. Протяженность пляжа СРСУ составляет около 2 километров. Пляж покрыт галькой, смешанной с песком. Заход в воду пологий и без обрывов, что идеально подходит для отдыха с маленькими детьми. За пляжем раскинулся сосновый бор.
За кристальную чистоту и высокую благоустроенность СРСУ был присвоен голубой флаг. Вход на пляж бесплатный. Его могут посещать все в любое время суток. Пляж СРСУ делится на две зоны. Первая предназначена для семейного отдыха. Вторая зона была открыта в 2014 году. Там могут отдыхать исключительно женщины. Этот пляж благоустроен. Как мы можем видеть, справа душевые, а за моей спиной расположены кабинки для переодевания. Здесь также поблизости установлены туалеты. На общественном пляже можно не только позагорать и поплавать, но и устроить пикник в тени деревьев. За береговой линией пляжа СРСУ расположена пикниковая зона. Вход туда бесплатен. Она находится в Сосновой Бабе. Также здесь установлены столики и оборудованы специальные места для барбекю. А здесь мы можем видеть раковины с водой, где можно помыть руки и продукты. На такой площадке два в одном смогут разместиться как любители активного отдыха, так и дети. Ну что, друзья, пора подводить итоги. Пикниковая зона хорошо благоустроена. Как мы с вами видим, здесь находится множество беседок, оборудованных столами и лавочками, и даже освещением. Также мы видим множество зон для барбекю и множество других удобств, таких как туалеты, раковины с водой и мусорные баки. Итак, друзья, каково ваше мнение об этом месте? Напишите свое мнение в комментариях. А на этой хорошей ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!